Привет, Роммель. Я ждал столько лет. Сколько лет? Должно быть уже... 23 года, 4 месяца, 8 дней. Где Дойл? Я думала, что готова, знала всю теорию, ест. В реальности все иначе. А Миллер? Это место не для нас. Почему ты не спал? Я ложился пару раз. Но я потерял надежду, что вы вернетесь. И мне казалось неправильным проспать всю жизнь. Я изучил, насколько мог, черную дыру. Но я не смог ничего отправить твоему отцу. Сообщения приходят, но не отправляются. Он еще жив? О, да. Да? Да.